Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Вячеслав Кузьменко. Вместе с оператором Евгением Фролкиным мы приехали на пруд, который называется Карнай. Он расположен в Качкуровском районе. Встретил нас водоем, аплодисментами, я так думаю. Вы обратили внимание, здесь вода около берега буквально кипит. Здесь небольшая какая-то растительность. И я сначала думал, что карасик румечит, очень похоже. Но на самом деле присмотрелся, мне кажется, это уклейка. Ну, вот такого я впервые вообще вижу, чтобы такое огромное количество рыбы было вот на таком маленьком участке. И вот она продолжает свои какие-то дела. Что она здесь делает, непонятно. То ли икру мечет, то ли еще что-то. И она никуда не торопится уходить. Несмотря на то, что мы топаем, вот разговариваем сейчас. Вот она здесь мечется в растительности и продолжает это делать. Сегодня мы будем ловить рыбу на снасть, которая называется матч. Вот это матчевое удилище. Я сейчас его разложу и покажу вам, как ловить на него, какие особенности. Я думаю, может, что-нибудь поймаем здесь. Приступаем. Вот, дорогие друзья, это матчевое удилище. Я, просто в силу своей природной лени, по идее, его транспортировать надо обязательно снимать все. Вот. Снимать катушку отдельно, потому что, видите, как неудобно и долго все это делается. Я имею в виду раскладывается. Но из-за лени, я еще раз повторюсь, я это не делаю. Вот просто уже так вот немножко повозишься, но зато уже как бы ничего не нужно снасть настраивать по новой. Раз ее сделал и все забыл, как это все делается. Матчевое удилище. Что оно из себя представляет? Это удилище, это снасть для дальнего заброса и ловли на поплавок. Поплавок здесь. Вот я, например, буду использовать так называемый ваглер. Сейчас я вам его покажу. В общем-то, я до сих пор путаюсь, как они называются. Ваглеры, слайдеры. В чем разница? Сейчас тоже расскажу. Разница у них в одном. Вот у этого поплавка есть груз свой. Поплавок грузоподъемностью 4 грамма. То есть вот здесь у него 2 грамма. И на леске я тоже поставил 2 грамма. 4 получается вот такая-то. Летит далеко, летит точно довольно-таки. Поплавок тяжелый, он стоит на как бы при ветре даже. Снасть очень такая. И вообще мне как бы всегда нравилось ловить на поплавок. И лет 10 назад я решил, что обычные 4-5-метровые удочки должны как-то немножко расширить свою пригодность, наверное, не знаю, как это сказать. И решил, значит, поэкспериментировать. Начал я, конечно, не с этого удилища. Это удилище я приобрел совсем недавно. Начал я с удочки, которая для меня, например, прям целая история даже. Это вот. Вот с этого я начал. Обычный, китайский, очень удобный. Она маленькая, да, раскладывается. Места здесь не надо. Если вот это удилище 4 метра, то если в кустах ловишь где-то, не всегда можно размахнуться и забросить. А это практически без проблем. В любых практически условиях ловит. История богатая. Я ездил с ней на все свои рыбалки, я говорю, лет 10 назад уже, да. И ловила она рыбу на Азовском море, на Черном море пробовал я ловить. На вот тоже на поплавок, да. Хотя там местные ловят немножко другими снастями. Ну, я попробовал, как они. Что-то мне не понравилось. Решил, дай-ка я поставлю, как раньше. И поплавок клюет там. И бычок тот же самый, нормально все ловится. Вот. Здесь оснастка 4-граммовая. То есть на 4-граммовый поплавок то же самое, только он немножко как бы. Это, наверное, все-таки потяжелее, потому что он побольше и летит подальше. Вот. Но давайте сейчас все-таки расскажу о снасти, как она строится, как монтируется. Ну, понятно, да? Поплавок, грузило. Их надо подбирать таким условием, чтобы поплавок, вот мне, например, нравится, когда поклевки видно на подъем, так называемый, да, когда поплавок
вот так вот стоит, например, да, и потом, когда карась клюет, он оп, поднимается и сразу подсекаешь. Мне вот нравится, и поэтому я так вот сделал его, чтобы так огрузил. Именно что здесь вот грузы потяжелее, а здесь вот, ну, они приблизительно одинаковые по этому, по весу своему. И самое главное здесь стопор. Вот он, стопор. Это делается для того, чтобы выставлять глубину. Узел завязывается обычный, просто затягивающийся узел. И делаются вот такие усики, сантиметра по 3, по 4, чтобы поплавок не проскальзывал. Еще я делаю ограничитель поплавка. Но здесь обычный стопор, вот резиновый. Вот такой он. Это для того, чтобы поплавок просто по леске не... Он же скользящий, он спокойно. Вот, чтобы он по грузилам не стучал. Ну, как-то мне просто не нравится. Некоторые делают просто, висит он и висит. А я вот немножко так вот делаю. Вот. Вот и все. Снасть нехитрая, снасть интересная. Сейчас попробуем половить. Прикормку я уже сделал. Ну, до прикормки еще надо дожить. Сейчас мы выберем место ловли. Делается это следующим образом. Подматывается леска. Вот здесь у меня уже какая-то глубина стоит, но я, по-моему, не на этом водоеме ловил. Подматывается леска. И простым движением в предполагаемую точку, как где вы хотите ловить, забрасываете. Вот где-то метров... Сколько здесь? Метров 30, наверное, она улетит, и причем совершенно спокойно. Вот сейчас поплавок занял такую позицию, которая, в принципе, уже пригодна для ловли. Но я сейчас ищу дно, то есть я подматываю его и смотрю, если он вылезет весь, значит, надо подальше забрасывать. Вот сейчас он опустился на нормальную. Снова подмотаю пару витков. Он сначала какое-то время идет по леске. Вот, снова занял такую позицию. Все, дна еще нет. Ну, где-то метр 20 уже у меня здесь. Так, подматывается. Вот, все, вылез. Вот он стоит полностью, поэтому надо сейчас приблизительно... В принципе, можно фиксировать ее в шпуле определенной, чтобы в одну и ту же точку ловли забрасывали. Но здесь есть у меня еще одна такая особенность, которую, ну, она связана с прикормкой. Это особенность. Дело в том, что я на такое расстояние шарик прикормки могу не докинуть. А если и докину, то он у меня лететь будет в разные стороны и не закормится. В точка. Вот. Поэтому я все-таки далеко-то стараюсь не забрасывать, а именно вот нахожу какую-то точку, которая мне вот более-менее близко к берегу, чтобы поплавок я хорошо видел. Вот, он уже выше. Значит, надо чуть подальше забрасывать. Вот. Сам-то уже слепенький, поэтому поплавок тоже надо как-то вот так недалеко его пулять, чтобы... видеть там, что происходит. Сейчас мы закормим. Прикормку я уже подготовил. И сейчас будем место ловли закармливать. Все, забросили, нашли место. Теперь можно прикармливать. Шары я уже наделал, несколько штук. Прикормка у меня каша, смешанная с покупной на карася. Сейчас попробую докинуть. Шары вроде так неплохие, попробую докинуть. Главное здесь попасть, как всегда, надо попасть. Так-то я заброшу, но надо, по-моему, снизу попробовать. Лети, лети, лети! Недолет. Отличный заброс просто. Один шарик попал прям хорошо. Сейчас еще попробую повторить свой подвиг.
опять чуть-чуть с недолетом. Но вот умные люди придумали для таких дел другой способ. Так сказать, время вспомнить детство. Я этой штукой не пользовался лет, наверное, уже 35. Ну, сейчас попробую. То есть шарик поменьше. Наверное, как-то надо. Здесь есть специальная такая. Она, кстати, как-то плохо отбалансирована. А, она двигается из стороны в сторону. Вот. Вот сюда вот вкладывается прикормка. И легким усилием отправляется в водоем. Ну-ка. Робин Гуд. Лучше, нет, сейчас еще раз попробую, но результат какой-то странный. То есть, как же меткость-то с годами уходит. Из рогатки не попасть в поплавок. О, лучше пошла. Так, еще одна. О, поклевка у нас там. Нет, ну хорошо, так если приноровиться... Уже нормально. Ну-ка, что это у нас здесь? Ребята. Ребят, нет. Нет. Ну, поплавок-то показал поклевку. Да. Попробуем. Да я тут всю акваторию закормил. Как же тут? Я пуляю, куда бог на душу положит. А надо-то? В одну и ту же точку. Так, выбираем. Выбираем слабину. Подтягиваем к месту ловли. Вот здесь где-то у меня. Так, поплавок. Все, встал в рабочее положение. Так, где моя рогатка? Да что это было? А это, пожалуй, рыба, ребята. Это рыба. Смотрите, как играет. Ой, ой-ой-ой, здесь кусты кругом. Нет, рыбеха, выходи. Ребята, карасик. Карасик. Он, наверное, пришел на наш праздник тут с рогатками, с киданием прикормки. Ты мой хороший. Все. Процесс пошел. В садок его. Так, сначала бык и садок. Что, снова отправляем? Червячка пока оставлю того же самого. Отправляем. Наживку. Воду. Так, немножко в сторону ушла. Ну, ничего страшного. Я тут, говорю, промахивался. Наверное, тут у меня уже там полпруд уже закормлено. Для таких удочек для матчевой ловли нужна специальная леска, которая тонет, чтобы петля вот эта вот, ее когда выматываешь, ее утопить нужно, чтобы она не по поверхности воды держалась, не на поверхности воды. Вот. Для этого продают, вот поклевка опять, специальную леску, так называемую тонущую. Я вот, когда эту удочку приобрел, я купил такую леску. И скажу вам, ребят, по секрету, что вот на той удочке, на которой я всегда ловил на дальний заброс, леска обычная, что вот на этой тонущей, никакой разницы я не заметил. От слов совсем. То есть, также ее очень сложно утопить, приходится делать движение удилищем из стороны в сторону. Так что вот, вот так. Ну, периодически приходится подматывать, чтобы держать всегда в натяг.
Мочевое удилище отличается от обычного тем, что у него, обратите внимание, большое количество колец. Они, ну, больше, чем на обычном болонской, так называемой, удочке. Это делается для того, чтобы леска спокойно сходила, не прилипая к бланку. Если, например, роса или там дождь, такой будет сложнее забросить. Я имею в виду обычной удочкой, болонской. А это летит. Так, поклевка. Да, вроде что-то кто-то заинтересовался там. Рыба. Эх, трава здесь, трава. Ух ты, как выпрыгивает. Спортсмен преодолел траву. В высоту прыгнул. Этот поменьше. Но тоже карасик. В принципе, за ними мы сюда и приехали. И, кстати, уже теплый. То есть, получается, вода уже прогрелась. Сегодня мы снимаем программу 11 июня. Жара стоит в Мордовии под 30 градусов. Вот. Но я думаю, что пока солнце окончательно не встало, у нас еще есть время половить. Потому что они уже вот все равно в такой вот, в слизи, когда жаркие дни настают, рыба, так же, как и зимой, начинает одеваться в шубки. У нее шуба такая. А мы, вот люди, когда жарко, шубки снимаем. Так, красота. Еще один карасик, этот совсем маленький. Ну, я, в общем-то, сейчас метра два, наверное, в сторону от прикормочного пятна попал. Надо быть точнее. Вон, снова довольно-таки хороший карасик. И опять я не попал в прикормочное пятно. Вот, не знаю, как-то попадаю вот по краям его. Хороший карасик. Тихо-тихо-тихо, сейчас вытащу. О. Чистенький. Без всяких паразитов на теле. Красавец. О, рыба, рыба, рыба. Еще один карасик, дорогие друзья. Клюет здесь практически на каждом забросе. 5 минут подождешь, и поклевка. Вот так проходит у нас рыбалка здесь на пруду Карнай в Качкуровском районе. А теперь давайте посмотрим, как вы отловились на своих рыбалках и оставили сообщение в группе ВКонтакте, которая называется «Рыбалка в Мордовии». Руслан Долотказин оставил в группе краткое сообщение, а Тимар – на пикер и разместил фото прекрасных карасей. Денис Солович провел утреннюю зорьку на пруду возле Новой Уды, ловил на поплавочную снасть, на червя, и получилось неплохо. Макс Осипов для рыбалки выбрал пруд в селе Шибдас. Прекрасные плотвички и карасики. Дмитрий Резепов после нерестового запрета оторвался по окуню. Отводной поводок – отличная снасть в ловле полосатого.
Алексей Титунин поймал великолепного карпа. Особенную благодарность он высказал соседу по сектору ловли. Если бы не его помощь, трофей мог бы уйти. Хотя Алексей все равно отпустил карпища в родную стихию. Макс Невский также отпустил пойманную рыбу. Ловил на Блохинском пруду. В результате 60 карасей сначала увидели солнце, а потом снова вернулись в воду. Клюет, ребята, на подъем. Так вот, как я прям люблю. Карасик небольшой, но зато на каждом практически забросе. Красавчик. Вот так у нас проходит рыбалка на Карнае. Вы сейчас видели, как прошли рыбалки у подписчиков группы ВКонтакте, которая называется «Рыбалка в Мордовии». Но у нас то же самое, по-прежнему. Уклейка. У нее какая-то непонятная вакханалия. Я-то думал, что уклейки обычно икру мечут чуть пораньше, не в начале лета. Но тем не менее, такое ощущение, что у нее свои дела, икрометы, и она прям даже вот на нас внимания не обращает. Вот я сейчас могу встать, махнуть рукой. Вот она, прям вот под ногами. Очень интересно. И вода зацвела. Сегодня, еще раз напомню, 11 июля. Карасик. Отправляю его. Ой. Сам чуть не отправился. Да не бойся, малыш, мы тебя все равно отпустим. Ну, в общем-то, дорогие друзья, что хочу сказать. Немножко я подбрасываю прикормки. Хотя первое время, вот когда клев был практически вот на каждом забросе, даже минуты две, если ждал поклевки, это уже много. А сейчас где-то немножко ожидание затягивается. Я это с чем связываю? Мне кажется, просто солнце повыше встает, становится жарче. И рыбеха, может быть, как-то на нее это влияет. Надо бы еще посмотреть, конечно, наживки поменять, а то что-то мы зациклились на черве, и все. Ну, как бы от добра до добра не ищут. Поэтому пока не было нужды в этом менять наживку. Вот. Ну, если сейчас клев не нормализуется после дополнительной порции прикормки, которую я сделал, тогда будем менять наживку. Друзья, это уклейка. Причем взяла оттуда, с глубины, оторвалась от стаи и взяла на червяка. Причем подняла такой здоровенный поплавок. Я еще раз напомню, он, наверное, 8 грамм весит. Здесь на нем не написано. Нет, не 8, 4. Да, я же это самое, его огрузил. 2 грамма на поплавке и 2 грамма на леске. Вот уклейка. Я представляю, что будет, если нацепить опарыша. Она же покоя не даст. Промахнулся. Ну, ничего страшного. Интересная была, дорогие друзья, поклевка сейчас. Я немножко стянул с... поближе к берегу. И карасик вот этот прям даже не дал поплавку вылезти нормально, как тут же его сцапал. Наживка. Не поплавок сцапал, наживку сцапал. Вот попался, который кусался. Продолжаем мы рыбалку. Что я сейчас хочу сделать? Где же вот экспериментировать, как не на таком месте, где клюет, как из пулемета? У меня небольшое предубеждение есть к такой наживке, как кукуруза. То есть пробовал я несколько раз на нее ловить, и как-то не получалось.
сейчас попробую кукурузинку нацепить. Вдруг местный карасик и ее любит. Ребята, местному карасю до лампады. Червяк, кукуруза, все равно. И вот это, дорогие друзья, вот это моя первая рыба, пойманная на кукурузу. С дебютом меня, спасибо. Так интересно, на кукурузу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вторая моя рыба на кукурузу. И это плотва. Это плотва, дорогие друзья. Плотвичка. Такая средняя плотвичка, но такую, как у нее... Кукуруза в рот-то не залезет. Вот. Она не помещается. Но, тем не менее, попытка была. Вот, плотвичка. Вот такой вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Карасики, плотвичка, уклейка. Выпускаем. Вот такая замечательная рыбалка получилась у нас сегодня на пруду Карнай. Намачиваю удочку на поплавок, дальний заброс. Все видно, все красиво, лето, тепло, карасики хорошие. Единственное, что обратил нашу сегодняшнюю рыбалку, так это то, что когда мы сюда приехали, здесь был такой бардак, что вот с 3 квадратных метров мы с оператором Евгением Фролкиным набрали целый вот этот мешок мусора. Время, отведенное нашей программе, подошло к концу. Меня зовут Вячеслав Кузьменко. До встречи на водоемах Мордовии.